Ничейная эпидемия охватила уже большинство команд высшей лиги. И в Ереване команды уверенно разделили очки, причем оба мяча были забиты с пенальти. Вот за это нарушение совершенно справедливо назначил пенальти Горин. Точно бьет Саркисян. 1-0. А в конце второго тайма примерно такое же нарушение в своей штрафной площадке совершили футболисты Арарата. Ну, посмотрите. И вновь пенальти. На этот раз точно ударил Соленко. Ничья 1-1.